Друзья, хочу вам показать очередной бокал для вина, ну или для каких-то других напитков. Объемом 300 мл от немецкой компании Artina SKS. Вот такой вот богато украшенный, посвященный охоте. Вот такие вот сцены из жизни охотников, какие-то вот ситуации, связанные с охотой. Приятно держать в руках, очень тонкая филигранная работа. Надо сказать, что мастера компании Artina SKS многие являются потомственными, то есть свое мастерство шлифовали из поколения, совершенствовали из поколения в поколение. Вот, ну вот получаются такие вот у них вещи. Значит, компания признанный лидер в производстве оловянной посуды. Вот, и, в общем-то, делает вещи, которые не стыдно подарить, в общем-то, человеку любого уровня, скажем так. Даже тем, у которых, казалось бы, все есть. Часто возникает такой вопрос, что подарить. Ну вот, если вы свой выбор остановите на оловянной посуде от компании Artina SKS, я думаю, вы не прогадаете. Спасибо.